Любые проблемы в экономике Беларуси и России преодолимы. Это заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Приморского края. Олег Кожемяка третий раз за год приехал в нашу страну. Несмотря на расстояние, Минск и Владивосток объединяют крепкие взаимоотношения, в том числе и торговые. Товарооборот скромный, примерно 40 миллионов долларов, но это рост по сравнению с прошлым годом на 80%. Стороны уверены, сумму можно еще увеличить в разы. Мы находим точки соприкосновения, видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике, в России, в Беларуси, преодолимы, и мы стараемся их преодолевать. Есть определенное торможение, к сожалению, бюрократическое, мы об этом поговорим, это касается не Приморского края, а в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время мы встретимся с президентом России, также обсудим эти вопросы. Мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас. Но уже время, этот год показал, что мы справимся. Ситуация у нас развивается в экономике достаточно неплохо. Это было связано с тем, что все-таки сейчас вектор поменялся на восток. И наши порты получили большую работу, большую нагрузку. И в том числе вот сейчас перед отправкой мы прям несколько десятков контейнеров отправили с наших портов для белорусских производителей автомобилей Geely. Вот, то есть это идет через Владивосток. Поэтому здесь... Пока у нас экономика работает устойчиво, конечно, есть некоторые вопросы, связанные с импортозамещением, вот, но, тем не менее, мы их тоже решаем. Растет у нас и товарооборот между Республикой Беларусь и Приморским краем. Он за 3 года вырос в 3,5 раза, и сейчас вот, за 2021 год составил 4,5 миллиарда рублей. Сейчас 2022 год мы уже отчетливо видим, что это будет 6 миллиардов. Отмечу, в Приморском крае работает обширная дилерская сеть белорусских предприятий. БелАЗ, МАЗ, МТЗ, МКАДОР и многие другие активно осваивают дальневосточный российский регион. Основа белорусского экспорта – грузовые автомобили, продукты питания и различное оборудование. Мы закупаем электрические аккумуляторы, рыбную муку и силовые установки. Визит делегации из Приморья продлится до среды.